утро начинается с раскопок. Здравствуй, необъятная страна. Все мы тут перекопаем. Будет облагорожена она, страна. Ой. Вороны ходят, летают. Осенний парк. Сегодня 27 у нас сентября. градусов, тепла, ветра нет, погода тихая, хорошая. Я будильник ставлю на 7 часов. Просыпаюсь сам немножко раньше. Так сладко спать. Выключаю будильник. Продолжаю дальше спать. Потом меня будет. Надо там гараж освободить. Сын приезжает. Стою и поехал на прогулку. Вот так вот идет вход в мотивацию. Но тем не менее я на тропе. Погодка прохладная, солнечная, тихая. То, что надо. Походка легкая. Перебирает довольно-таки легко. Дышится так же. И вперед. Такие стежки на злобу дня. Круг отмотал. Вот это я дал. Лень отстает. За мной упрет. А я вперед. А я вперед. Уже второй. Она не отстает. Но я вперед, вперед, вперед. Четвертый круг. За мной. О, ес. Вода. И ноги движутся. Да-да. А сердце бьется. А ноздри дышит. И я вперед. Никто не слышит. Лень отстает. Она давно за мной идет. А я бегу, бегу, бегу. Я от нее тут убегу. Приветствую. Вот примерно такое вот. Круг отмотал, вот это я дал, а сзади не отстает, а ноги все
вперед, вперед. Второй прыжок. А там не третий, а там не третий. А там не второй. Ой-о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 й. Олень, где там? Она сзади. Она практически с тобой в пути. Но ты вперед. Но ты вперед. Олень сюда. Не отстает. И надо много приложить усилий, сил и воли, чтоб жить. И ты вперед. И ты вперед. Олень с тобой не отстает. Она уж рядом. За плечом. Так оглянись. И ни почем, и ни почем. Вперед, вперед. Только вперед. Ну вот так вот. Спешу под кирпич, чтоб Лена встала. Она меня уже достала. Достала хуже, чем отстала. Она достала, но отстала. Кирпич дорогу преградил. А я вперед, а я вперед, а я вперед. Кстати, вроде бы выглядит чудачеством. Но тем не менее, вспоминая разные случаи из оздоровительной практики других учителей, например, Порфирия Корнеевича Иванова. Ему там говорили, ну, что там, голодать или там лишний день отголодать. А у него была такая мотивация: если я этот день не отголодаю, то может человечество погибнуть. Поэтому буду голодать не ради себя, а ради всего человечества. То есть видите, как планку задрал. Потом слышал о каком-то японце, который решил каждый день на гору взбираться. Естественно, лень его обуревало, и якобы он повесил на шею себе нож и веревку, как напоминание. Если он это не сделает, то либо зарежется, либо повесится. И карабкался на гору, то есть поставить не просто так прошелся, не прошелся, а это возвести вот значение жизни и смерти. Это уже иной уровень мотивации, который заставляет человека совершенно по-иному работать. Вот так-то. Я вперед. Олень сзади не отстает. Ну, кстати, вот одна из мотиваций, ну, собачку выводить. Собачка прогуливается. И вы гуляете. Вот, вон дядя ходит, что-то его заставило покинуть теплую кроватку и двигаться по парку. Фух. Второй я круг уж намотал, но не устал, лишь разогрелся. И вперед. Мой дух зовет. И плоть идет. И плоть идет, а дух зовет. И дух идет, а дух зовет. И плоть идет. И плоть идет. Да. Все заключается в таком, знаете, беспокойном, пламенном духе. Вот, если эта искра есть хотя бы маленькая, вот тогда уже человек будет
горы свертать. Какая картиночка. Осеннее утро, какова картиночка. Энергетический выход, всплеск, перекос, скрут в косичку. Видели, как тут кривит энергия деревья? Котик Василий.